Стремясь к увеличению производительности труда и оптимизации технологических процессов, Тонар уверенно взял курс на путь модернизации производства. Запущен новый конвейер. Новыми роботизированными комплексами пополняются производственные цеха. Сейчас на заводе трудятся 20 промышленных роботов, благодаря которым автоматизированы резка металла, сварка кузовов, бортов, узлов и осей. Модернизация коснулась и покрасочного цеха. Появилась автоматизированная линия грунтовки и новая покрасочная камера. Роботы обеспечивают постоянный ровный слой нанесения покрытия, максимально высокую производительность, снижение себестоимости окрасочных работ и готовой продукции в целом. В условиях жесткой рыночной конкуренции существенно возрастает роль служб контроля качества продукции. Усиливается их ответственность за достоверность и объективность результатов осуществляемых проверок. Сегодня Тонар – крупнейший машиностроительный завод России с полным циклом производства. Начиная с разработки, изготовления, сборки техники, заканчивая сбытом продукции и сервисным обслуживанием. Миссия производителя заключается также в поддержке бесперебойного функционирования техники. Более 70 магазинов запчастей и 60 сервисных центров по России помогут быстро решить проблему и избежать простоя транспорта. Качество выполненных работ в сервисном центре подтверждается высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов. Сегодня на заводе трудится более 900 человек и производится более 150 различных моделей полуприцепов. В 2018 году Тонар представил первый 60-тонный внедорожный самосвал российского производства. В 2018 году выпущен обновленный гигантский автопоезд, который не имеет аналогов в России. Он способен перевозить более 128 тонн груза по технологическим дорогам. Достигнуто уже немало, а сколько еще предстоит? Слаженная работа всего коллектива «Тонар» позволяет регулярно занимать лидирующие позиции в своей отрасли. Наша миссия звучит просто – товары народу. И мы ее выполняем.